У нас в Каппадоке началось дождь сегодня. Я немного проспал, время уже 10, даже 11 часов, и вот дождь идет. Красиво. На улице холодно. Не знаю, что делать. Пересидеть в палатке. Все, ребята, я собрал палатку, собрал, вот, сумка готов, одел дождевик на всякий пожар и уже хочу отправляться вон туда, ближе вот этот воздушный шар летает, Гюрме. Это вон тот поселок, и по дороге будем видеть вот эти там построечки, старые руины. Погода вообще классная, позволяет, чтобы прогуляться, не сильно спотеть. Все, я готов на всякий пожар, у меня все с собой, и палатка на всякий случай, если сильно дождь, ливень начнется. Я думаю, что ливень не будет. Улетно. Ну вот, трасса, пошли, поехали. Сейчас будем смотреть вдоль трассы, какие места выйдет. Посмотрим, может, если выйдет очень интересные места, зайдем внутрь, посмотрим. Я специально не буду автостопить, я весь путь буду пешочком идти, потому что не так уж много расстояния. Зато увидим много чего красивого. А Учхисар. Да, конечно, еще увидимся, Учхисар. Может, скоро, может, не скоро. А мы поехали уже, все, дальше. Вау, ретро-автомобиль. Вот по дороге сделано в такое красивенькое место, можно здесь фотосессию устроить на обзорную площадку. Вот Гюрме, вот это город, сам, собственно говоря, это Гюрме. И по дороге вот, вообще вот это красивое местечко сделано, можно здесь и сувениры купить, можно здесь посидеть, кататься, вообще кайфануть, смотреть, наслаждаться. И вот открытые сувениры, это наскальные дома, вот, Каппадокия. Классно, да? Вот эти сувенирные лавки, они вообще открыты, они не закрыты еще, просто оба открыты оставили. Вау. Ну вот, собственно говоря, один из туров на воздушных шарах. Вот они сейчас, все они подряд стоят. И с той стороны есть стояночка. Потому что сейчас летать нельзя, запрещено. Вот в небе ни одного шара не увидите. Все они, к сожалению, не летят. Как же здесь красиво, да? Они годами, годами, по чуть-чуть исчезают. Не знаю, через сколько лет уже их вообще не будет, не станет. Но, по крайней мере, вы можете наслаждаться от этой красоты. Красиво. Сейчас сделаю специально для вас пару фоточек. Обязательно переходите в Инстаграм, мой в комментарии есть, подписывайтесь. Подписывайтесь. Свежие. And doing I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry.
symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name? Or you say her name? History, yeah, yeah. Wherever love goes, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, метра выше, и смотрите, на чего споткнулся. Вау, здесь, по-моему, вечером очень жутко страшно будет. Место совсем необычный, красивый, но там есть еще тропа, можно ходить, если есть там дорога. Отсюда спускаться невозможно, дальше туда тоже особо никуда не уйдешь. Если утопите, не слишком жестко будет с сумкой. Стой там. Тем более с камерой в одном руке. О, дрон летит у нас. Красиво. Кто-то, какой-то умник снимает с дрона. Молодец. Ё-моё! Что за хрень? Ну там жесть какой-то. Ну там очень-очень глубоко. Мне бы очень хотелось туда попасть. Для этого надо спускаться. Во-первых, аккуратненько. Все. Собственно говоря, и я спустился вниз. Вот. Теперь, собственно, будет с двух сторон старые вот эти дырочки, то есть домики. Ой-ой-ой. А что же это? А? Что же это? Надо собрать. О-о-о. Смотрите, какой оригинальный проходчик. Ну, здесь что? Вот здесь такой узкие дороги. Когда будет дождь, идти уже отсюда невозможно будет ходить, потому что это вообще-то речушка. Отсюда будет течь вода. О, пожалуйста, вам. Вуаля. Маленькая версия джунглей. Только без лианов. О. Опа, прикиньте. Такой неудобный. Место. Для меня очень узкое.
Вот высота. Даже отсюда не видно. Ну, короче, он очень высокий. И повсюду продолжает пещерные домики. Классно, да? Классно. Необычно. Воу. Поднимет, нет. Блин, я вам скажу, здесь неудобно ходить. Сейчас я хожу по таким узким дорожкам. Очень неудобно, кстати. Не знаю еще, сколько продолжается. Ну, походу я уже приехал. Дальше путей нету. Или есть. Ладно, отключаем. Ну, блин, такие места. Оля. Ой, сумкой. Очень сильно неудобно. Все время задевает. Ой. Опа. Так. Трудом приходится пока идти. Место такое, я вам скажу, максимально неудобный. А там дверь есть какой-то. По-моему, надо зайти. Вообще-то дорога туда идет. Ой, нет. Не зайдешь туда. Сумкой. Секундочку. Здесь мокро. Блин, никак с сумкой пройти невозможно. Как-то смог пройти с этой узкой места. Он длинный. Можно идти наверх. Можно идти сейчас вперед. Сейчас попробуем до конца идти вперед. Ну, уже я испачкался полностью. Хорошо, что я одел вот эту сумку. Дождевик. Потому что стирать его намного легче, чем сумка. Че, пойдемте дальше, да? Раз уже проехали столько дорог, надо добить как-то его. Ой. У него очень... Такие остренькие шипы. Ну, короче, дальше то же самое есть. Можно вот так сверху идти. Я думаю, лучше пойду сверху. А то сумкой нереально максимально неудобно. Боже. Пойдемте. Ой.
Вот идет дальше, так. Вот тоже красивая, хорошая полянка. Можно ночью спокойно остаться, думаю, если зверей нету. По какой дороге идти теперь? Ой, домик. Я думаю, для два человека тот самый раз. А теперь не знаю, куда идти, что делать, потому что мой баклажка упал, когда стоял я на краю, кидал в ту сторону, хотел туда перейти, но баклажка упал дальше, больше вниз. Ну, собственно говоря, я и приехал сюда, вот это и тут самая площадка, где летят вот эти шаров известные. А вот эти масса туристов, скорее всего, они хотят увидеть, как будет закат в этой прекрасном степи. И вот, собственно говоря, лошадей. Сейчас, если успею, ну, точно успею, пересоединюсь к этим людям. Сегодняшний видеоролик будет логично закончить в таком прекрасном месте с массой людьми.